В республике уже более 1200 человек заболело ОРВИ. Как говорят в Роспотребнадзоре, на сезонном уровне эти показатели не превышают эпидемических порогов. В настоящее время в республике Бурятия наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, связанный прежде всего с установлением холодной погоды, да, также с формированием организованных коллективов. Это школы, детские сады. А вот случаев гриппа официально не зарегистрировано. Тем не менее, в преддверии эпидемического сезона сентября ведется вакцинация. Уже привито 42% жителей республики. Мы решили спросить у горожан, как они относятся к профилактике гриппа. Нет, прививку от гриппа никогда не делаю. Пользуюсь интерфералем. Это капли для профилактики в нос. Ну и здоровый образ жизни. Мне лень ходить до медпункта. А вы делаете прививки от гриппа? Да, я последний раз делал и заболел. Да, вакцинация проходит у нас в школе. Да. То есть вас прям заставляют или можно отказаться от этого? Ну, можно отказаться, конечно, но все-таки мы не отказываемся. Почему? Потому что вакцинация – это реальная вещь. Но беспокоиться не о чем. Главное – соблюдать меры профилактики. Как можно чаще мыть руки с мылом, в общественных местах надевать маски и поставить прививку от гриппа. Саднам Ирданеев, Валерия Каратуева, Александр Лупсанов, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.